Возле церкви встречаются два друга. Один другому говорит: Чина, у меня есть к тебе просьба. Денег не дам, кризис. Да нет, я не про деньги. Сейчас из этих дверей выйдет священник. Ты не мог бы его тут на часик задержать? Зачем это? Понимаешь, в чем дело? Я встречаюсь с его женой. И вот прямо сейчас у нас с ней свидание. Очень тебя прошу, выручи, а? Ну ладно. Большое спасибо, но я побежал. Через несколько минут выходит священник. Его обступает толпа с разными вопросами. Доброго вам дня! Священник на него странно смотрит и отвечает: Что такое? Мы же с вами уже здоровались! Да я знаю, но у меня тут несколько вопросов есть к вам! Чина, какие вопросы? Сегодня суббота, я домой спешу! Но видите ли... Чина, чё ты мнёшься? Говори как есть! Блин, даже не знаю, как вам сказать. Чина, неужто ты решил обмануть священника? Даже не думай, это ужасный грех. Так что давай, выкладывай, что у тебя там. Ладно, я должен вам сказать, что мой друг встречается с вашей женой. И поэтому попросил меня вас тут задержать. Чина, быстрее беги домой, я не женат.